АУЛ «Егеруха» является активным участником в реализации национальных проектов Российской Федерации. При поддержке государства в поселении благоустраиваются скверы, строятся новые детские игровые площадки, спортивные и досуговые учреждения. Так, в октябре прошлого года здесь был завершен первый этап строительства зоны отдыха. Новый центр общественного притяжения жители получили в рамках реализации программы Министерства финансов Республики Адыгея «Инициативная бюджетирование». Мы в ней участвуем уже четвертый год. Одни из первых мы начали участвовать в республике. По этой программе мы сделали две детские игровые площадки и вот эту вот зону отдыха. Мы ее разделили на два этапа. Первый этап мы сделали в прошлом году. Это было основание и укладка тротуарной плитки. В этом году тоже поучаствовали и выиграли конкурс республиканский. Была оказана поддержка из федерального бюджета 800 тысяч рублей, местный бюджет 150 тысяч рублей и софинансирование индивидуальных предпринимателей тоже 150 тысяч рублей. Работы по благоустройству сквера продолжились и в этом году. Смонтирована современная система освещения, установлены скамейки. Еще хотим в следующем году дополнить озеленением, поливом и некоторые интересные элементы хотим добавить. Это музыкальное фоновое сопровождение, бесплатный Wi-Fi будет в таком плане. Условием участия в этой программе является участие самих жителей в софинансировании данного проекта. Без них, без их участия реализация этого проекта была бы невозможна. Хочу сказать, что мы практически не составило труда собрать эти средства с населения. Хочу поблагодарить наших жителей, которые оказали всяческое содействие в реализации этого проекта. Даже не верится, что совсем недавно здесь было все по-другому. Вечерние кадры передают всю красоту задуманного проекта. Еще одно важное для всех жителей событие происходит благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2022 год». Идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На реализацию проекта направлено 54 миллиона рублей. Объект предусматривает возведение двухэтажного здания площадью 836 квадратных метров. Спортивный комплекс рассчитан на 200 мест и включает в себя универсальный зал и зал для занятий силовыми видами спорта. На сегодняшний день идут работы по монтажу оконных блоков, параллельно ведутся внутренние работы по отделке. Сдать готовый объект планируется на начало декабря текущего года.